Развитие медицинского туризма в последние годы – одно из важных направлений экономик многих регионов. Югра – не исключение. О том, что развивать этот вид туризма необходимо, заговорили чуть более года назад. Хотя, если судить по статистике, медицинский туризм в нашем округе далеко не в новинку. Даже по итогам 2017 года Югру с целью лечения посетили более 400 иностранных граждан. Власти уверены, эту цифру надо увеличивать. А вот что наш округ может предложить тем, кто приезжает в Югру за здоровьем? Расскажем в нашей программе. Югра – это более 530 тысяч квадратных километров. Для сравнения, на этой площади легко могут разместиться две Польши или одна Франция. В некоторые уголки нашего округа, как в песне, только самолетом можно долететь. Или по зимнику. А вот сезон распутицы, связь с большой землей прерывается. Но не для медицины. Березовский район. Деревня Ломбовож. Отдаленные территории нашего округа. Если со здоровьем проблемы, жители идут за помощью к местному фельдшеру Римме Рамбандеевой. Работает она здесь уже более 30 лет. Я вот думаю, что пока у меня здоровья хватит и, как говорится, не инвалид, я хочу еще поработать какое-то время, что принеся как бы своему народу, как бы своим людям, конкретно вот здесь в деревне, пользу. Особенно гордится Римма Яковлевна своим местом работы. Этот сборный модульный фельдшерско-акушерский пункт – просто мечта для сельских медиков. Такие современные ФАПы есть почти в каждом труднодоступном районе Югры и почти в каждом поселке. Аптечный киоск – здесь можно купить лекарства. Совсем рядом находятся гинекологические и физиотерапевтические кабинеты. Здесь есть аппарат для лечения органов дыхания. Словом, есть все, что может понадобиться для лечения самых разных заболеваний. Может показаться, что одного фельдшера на всех пациентов не хватит. На каждое заболевание должен быть свой специалист. Врачебные специализации слишком узкие. В Югре выход из положения нашли очень быстро. Еще в 2013 году на базе Центра профпатологии в Ханты-Мансийском округе была организована работа так называемой передвижной поликлиники. С тех пор профессиональная команда врачей выезжает в отдаленные населенные пункты Югры. Это уникальная практика, аналогов которой в России пока нет. В результате медицина на селе стала ближе к людям и доступнее. Всего в мобильной бригаде 17 медиков, в их числе врачи общей практики, хирург, стоматолог, невролог. Чтобы проводить полный комплекс обследований, как говорится, с колес, машины оснащены лабораторией, рентгеном и маммографом. Только этой зимой врачи осмотрели порядка 3000 югорчан. Зимой – по зимникам. А вот в сезон навигации медики добираются до своих пациентов по рекам. Главполиклиника Николай Пирогов в 2019 году посетит 45 населенных пунктов по всему региону. В составе врачебной бригады есть все необходимые специалисты. От терапевта и хирурга до эндоскописта и кардиолога. На борту корабля оборудованы 19 медицинских кабинетов и малая операционная. Есть даже аппараты лучевой диагностики. В прошлой экспедиции врачи осмотрели более 6 тысяч человек. Так главполиклиника проводит обследование жителей отдаленных поселений Югры уже 6 лет. Мы уже несколько лет уже говорим и подтверждаем это, что на сегодняшний день практически весь тот ресурс, который у нас есть на борту теплохода, он задействован в полном объеме. Да, это 19 специалистов, как правило, большинство специалистов имеют двойную специальность. В зоне ответственности санитарной авиации почти 200 населенных пунктов. В половину из них не так просто добраться. Всего за год врачи санитарной авиации проводят в небе около 5000 часов. В каждом из 4 филиалов центра есть вертолет, а с этого года в Ханты-Мансийске появился самолет Л-410. По словам врачей, работа в воздухе мало чем отличается от работы на земле, но есть и свои нюансы. Самолет шумит, нельзя послушать ушами, как, допустим, вентилируется аппарат ИБ. Это не в палате, где БКБ, это в палате лечебно-профилактического учреждения, где все доступно, все легко и просто можно подойти пациенту. Продолжительность жизни в Югре за 10 лет увеличилась почти на 4 года – с 70 до 74 лет. А рождаемость более чем в 2 раза превышает смертность. По большей части это заслуга своевременной и всесторонней медицинской помощи, доступной всем югорчанам. Постоянное улучшение качества работы – вот девиз югорских медиков.
У нас уже в этом году открылся новый филиал большой поликлиники детской и взрослой в Пойковском. У нас приобретены помещения для открытия филиалов поликлиник детской и взрослой в Нижневартовске, в новом микрорайоне. Поэтому, вот, наверное, это здорово, это правильно. У нас стало больше врачей, у нас стало больше медицинских сил. От нас не уезжают, к нам приезжают на работу. 24 детских поликлиники в Югре поменяют принцип работы. В первую очередь для того, чтобы подрастающее поколение не боялось врачей. В ближайшее время детские поликлиники в югорских городах оснастят новым оборудованием, сделают удобнее регистратуру и маршрутизацию пациентов. Кроме того, в залах ожидания врачей установят игровые площадки. Что касается медицины для взрослых, врачи сделают упор на более качественную диагностику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Почему эти направления – это основные причины, по которым погибает наше население, особенно трудоспособного возраста. Мужчин вообще в трудоспособном возрасте на первом месте, как и в мире, стоят сердечно-сосудистые заболевания, далее онкология. У женщин, наоборот, у них онкология, потом сердечно-сосудистые. Только решить повышением качества медицинской помощи эту проблему невозможно. Нам надо, это постепенная, но очень большая и очень нужная работа. Нам необходимо сегодня начать переформатировать отношение людей к своему здоровью. В Югре работают 3 онкологических центра – в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Последний – самый молодой, но при этом самый технологичный. Здесь применяются все 3 основных вида лечения рака – хирургический, химиотерапия и радио, она же лучевая терапия. Каждый может использоваться как по отдельности, так и совместно с другими. Тактика лечения каждого пациента индивидуальна. Результаты лечения злокачественное образование на ранних стадиях, они впечатляют. До 96-98% излеченных. То есть люди забывают о том, что они могли быть подвержены более серьезным испытаниям в своей жизни. А если вовремя выявить, допустим, предопухолевое заболевание и правильно его пролечить, то здесь можно говорить о успехе, который достигнут, и он будет многолетним. Применяется в окружном онкоцентре и уникальный прибор «Гамма-нож». В России их всего 3. Благодаря такой чудо-технике удается убирать труднодоступные новообразования, к которым хирургическим методом подобраться невозможно. За год через гамма-нож проходит порядка 100 пациентов. Вся процедура длится в течение целого дня. После этого человек возвращается к нормальной жизни. Мы вот эту опухоль, она в 3 проекциях вот так вот светится, мы решили провести с Никитой Ивановичем гамма-нож. Сделали гамма-нож, одну фракцию. И посмотрите результат через 2 года. Через 2 года подчеркну. Или да, вопрос мы стали. Вот видите. И что стало? Ее не стало опухоли. Мы ее вылечили, она ушла довольнёхонько. Глядя на такие результаты, трудно не согласиться со специалистами. Будущее за радиохирургией. Так, к примеру, для лечения одного пациента хирургическим методом требуется бригада из 24 человек. А бригада гамма-ножа состоит из 3 человек. Это радиолог, нейрохирург и медицинский физик. Онкологи признаются, возможности гамма-ножа еще не до конца изучены. К тому же, ежегодно его программное обеспечение обновляется. Поэтому и актуальности в ближайшие 10-15 лет он точно не потеряет. Важнейшим мероприятием регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» является открытие центров онкологической помощи на базе медицинских организаций, оказывающих первичную специализированную медицинскую помощь. Таких центров в Югре до 2024 года планируется открыть 6 – в городе Советском, Нягане, Нефтеюганске, Нижневартовске. Крупнейшие будут открыты в ближайшее время в Ханты-Мансийске и Сургуте. Основная задача данных подразделений – проведение полной диагностики онкологических заболеваний в одном месте, в кратчайшие сроки. В центрах будут предусмотрены все диагностические возможности. Диагностика будет осуществляться специалистами на мультидисциплинарной основе. Проходить диагностику, обследование и лечение онкобольные смогут, не выезжая из региона. Да и сейчас федеральные центры пациентов направляют лишь при серьезных случаях заболевания, например, для пересадки костного мозга. Развиваются в Югре и другие виды высокотехнологичной помощи, к примеру, трансплантология. В Югре выполнили уже 25 операций по пересадке почки. Медики называют это хорошим началом для развития трансплантологии в регионе. До этого была проделана большая работа на административном и законодательном уровне. Мы очертили группу учреждений, которые на сегодняшний день занимаются именно заготовкой органов для пересадки. Это, наверное, была самая сложная задача. И, во-первых, нужно было сломать психологию, в первую очередь медицинских работников, о том, что
какую-то дополнительную работу в этом плане нужно делать. В этом направлении в этом году сделаны глобальные, собственно говоря, шаги. Было установлено оборудование самого высокого экспертного класса, это рентгеногеохирургический комплекс, который позволяет работать на сложных сосудах, которые позволяют выполнять сложнейшие вмешательства внутрисосудистые, без какого-то разреза кожи глобального. Югра находится в авангарде по выполнению национального проекта здравоохранения. В этом убедились эксперты Федеральной группы контроля. Ее возглавили член Совета Федерации Игорь Каграманян и депутат Госдумы Российской Федерации Юрий Кобзеев. Ревизоры осмотрели несколько медицинских объектов. Речь о передвижных лечебно-диагностических комплексах, городской станции скорой помощи и окружной клинической больнице. Контролеры проверили оснащенность медицинским оборудованием, а также поговорили с врачами на местах. По мнению группы контроля, Югра находится в лидерах реализации нацпроекта здравоохранения. Искренне хочу сказать, что очень и очень высокий уровень. И это не просто учреждение здравоохранения с хорошей материально-технической базой, прекрасно оснащенные, но и прекрасные кадры. А это тоже заслуга организаторов здравоохранения, заслуга руководства региона, губернатора Натальи Владимировны, то, что много внимания уделяется подготовке и привлечению кадров. А впереди у югорских медиков еще множество планов, благодаря которым высокотехнологичная медицинская помощь будет доступна не только югорчанам, но и иногородним и зарубежным гражданам, которые всерьез задумаются о получении медицинской помощи именно в нашем регионе. Власти Ханты-Мансийского автономного округа намерены оказать медицинские услуги более чем 1,3 тысячам иностранных граждан до конца 2024 года при реализации национального проекта здравоохранения. Для этого, в частности, планируется создать специальный интернет-портал с полной информацией о медицинских услугах в регионе. Он позволит иностранным туристам выбрать необходимое направление лечения и получить путевку в нужную для него больницу. И вполне возможно, что в скором времени медицинская помощь иногородним и иностранным гражданам в нашем округе станет доступной, а в Югру будут приезжать действительно за здоровьем.